Расскажи, пожалуйста, о себе. Приехал я из Крыма. Приехал на опять перекодировку, потому что уже подходит срок, как бы мой остался еще там полгодика лет. Да. И возникла одна небольшая проблема. Проблема с алкоголем. Как бы срок кодировки ее закончился уже давно. Год назад, где-то полтора даже. Думал, справлюсь. Но оказалось, что все это было обманчиво. Как бы и опять начал выпивать потихонечку. То есть все, я понял, что это мне мешает для моей жизни дальнейшей. И как бы собрался. И... В чем мешает? Мешает, но опять-таки я понял, что я изменяюсь полностью. То есть под алкоголем я становлюсь совсем другим. То есть неуравновешенным. То есть могу позволить там оскорбить, обидеть кого-то, то есть даже вплоть до рукоприкладства, то есть агрессивный становлюсь. И вообще полностью не отдаю себе, ну, как бы контроля. Плюс, помимо этого, страдают из-за этого родители, близкие, и сам, в принципе, очень сильно страдаю. И понял, что контроля никакого нет. То есть если выпил сегодня, то есть я могу позволить себе выпить завтра, послезавтра как бы сделать длительный запой там на неделю, потом прекратить. Там, не пить там неделю, две, три, потом опять начать пить. И тоже не получается так, что там выпил там 100 грамм, 200 грамм, и все, у меня как-то происходило все, запоем, периодическим запоем сразу же. То есть мне это мешало. А вот период, когда ты пролечился, когда проблема с наркотиком решена, с алкоголем тоже не пил, вот твой характер, он восстановился? Характер, да. Когда полностью в трезвости находился, конечно, я очень сильно поменялся. То есть и окружение заметно. Люди, даже сами люди заметили, говорили об этом, что вот изменился в лучшую сторону. То есть поведение поменялось, отношение поменялось. Какие-то тоже качества люди заметили, изменились. То есть доброта там стала, то все. В принципе, было все хорошо. То есть, пока был трезв, было все идеально. Скажи, пожалуйста, что сейчас тебя беспокоит? Единственная проблема – закрыть алкоголь, дырку закрыть ту, которую я опять допустил. Она мне как бы опять может разрушить мою жизнь. Опять привести к тому же состоянию, как было, когда я сюда первый раз приехал. Хорошо. Значит, ты сейчас у нас второй день, да? А потом еще... с тобой сделаем видеокадры. Хорошо, спасибо.